Таня, письма я твои все получил и спешу дать ответ. Ты пишешь, что вы живете хорошо и ни в чем не нуждаетесь. Это очень хорошо. И мне, прочитав твои письма, делается спокойней на душе, но одновременно делается и скучно. Хочется посмотреть на вас. Как вы живете? Григорий писал, что, говорит, детишки у тебя стали большими и очень хорошими. Ты, говорит, их не узнаешь, чтобы посмотреть на них и поиграть с ними, как раньше. Я сам живу, как и раньше. Здоровье хорошее, и о себе мне писать нечего. Таня, пиши мне все. Как вы живете? Как здоровье у всех вас? Как обстоят дела с дровами и вообще о всем новом, что там у вас происходит? Миллионы жизней за мирное небо. Вспомним каждого. 9 мая в прямом эфире РТВ Иваново в 11:00 смотрите Парад Победы. В 15:00 шествие бессмертного полка.